первое, вообще X-Waters – это крупнейшая международная плавательная серия, причем рожденная в России. Ребята, кто всю эту историю придумал, они сами из Нижнего Новгорода. С 2020 года он называется чемпионат мира X-Waters по плаванию на открытой воде. Вот. На текущий год в серии X-Waters в России вообще запланировано 19 заплывов на открытой воде по всей территории страны, там от Калининграда до Владивостока. И то, что мы провели 16-17 июля в Ханты-Мансийске, можно отметить несколько рекордов. Ну, во-первых, это самый большой призовой фонд еще ни разу в истории X-Waters. Участникам не вручались призы денежно. И тут мы, конечно, безусловно, выделяем компанию «Лукойл», что они откликнулись, поддержали правительство автономного округа в плане проведения такого мероприятия, направленного на развитие туризма в автономном округе. Второй рекорд, который можно отметить. Впервые заплыв проходил в сибирских реках Оби и Иртыш. 25 километров участники плыли в Иртыше и 29 в Оби. То есть впервые за Уралом прошло, да, и впервые в сибирских реках. Третье воскресенье у нас фактически состоялся самый длинный заплыв в серии X-Waters. И в целом в России, да, вот 54 километра еще в открытой воде спортсмены не плавали.